страшно и я муца в клоща. Снова. Он тогда был злобным фанатом Nintendo. Среди эрчлолщев игр. Ну, мало что изменилось. Но иногда меня не устраивают старые видео. Я всегда хотел вернуться, я закончил рейс как планировал. Как в моем видео Mach Kids. Звальная сцена была бы лучше ровно с Макдональдом, Гримисоном и Вилли Гамбургом. И с Дракулой и Скелетором. Не нравится возвращаться к старым игрокилам с науки. И чтобы это выглядело чертовски хорошо, я должна некоторые дополнения. До. После. Сумнио 512 S Rare Jazz No Go. Этот след не обуить хромакону убийцы, я так думал, Jazz No учился среди первого. Пост шучу, меня это не волнует. Мои старые видео. На некоторые из игр, которые я закончил даже лучше, я могу представить. Особенно видео на разборище, но давайте сначала посмотрим несколько других игр на засоюзу еще лучшего. Как Top Gun, даже картинка увидела на кремной. Хорошо, так лучше. Можно подумать, что я прошел только половину игры. Что, ну, такое короткое, но лучше было бы представить и конец. Конечная цель — станция запуска космических кораблей. В фильме такого не было. Зачем уничтожать ракету на психе космического корабля? Вы не можете полететь в космос. О нет, не пьется безумеется последний раз. Неужели крайний мульт кончится на этом? Я справился с этим. Кого умудрить себе сама машину? Это мог быть самоубийственная миссия. Многие спрашивают, почему ты так словно посадил самолет. Позволь мне объяснить. Вы поднимаете его, затем опускаетесь, а если вниз, то вверх. Это основа летающих видео, но Листинг, он не говорил, что именно делать. Вверх, нажмите вверх, или нажмите вниз, как подняться. Торопись, ладно, теперь он говорит вверх, вверх. Теперь он говорит мне ускориться, или как не подняться, или нет. Я в диме, берите высоту здесь и скорость. Просто следуйте цифрам, даже не совете для мигающего знака на вашем лице. Я собираюсь выйти, о да, на этот раз по-настоящему я сойду. Получил скорость, но не высоту. Если кто может увидеть эту машину, сочли, пожалуйста. Роджер Элби. Это реальный номер телефона, в котором вам действительно следует позвонить. Тогда, когда ты мне позвонил по поводу игры, у тебя из среды. Как я могла усеть имени и позвонить ему вверх? Давайте позвоним сейчас. Ваш гидная карта. Позвонить по номеру 1-2-1-5-6 на скоро, на молоке и звоним. Вы можете общаться в Грузии этими стенками и домохозяйками, и рабочими девушками. Это 1-2-1-5. Думаю, номер изменился. Теперь у нас есть сигар Линденда, который является одной из... Введите номер телефона горячей линии по вопросам секса. Это чертовски круто. А что еще дума? Он один из самых сонных затянутых игроков в истории видеоигр. Я почти ничего об этом не сказал. Если он ударит по нему, он нанесет большой урон на SUV, если ударит его, это не причинит ему особого вреда. Поскольку у тебя так много оружия, ты так и думаешь, один наносит серьезный ущерб. Но нет, у него нет слабых мест. Все, что ты можешь сделать, это бить. Игры проще, чем есть на самом деле, рок это не следует такому шаблону. Там должно повести, если вы найдете правильный вариант, бить в ритме. Это пока вы это выбейте, вы думаете, что закончим, но нет, вам нужно выбрать шаровую пушку. Но чтобы использовать его, вам придется его выбрать. Почему и нет? Хуже всего то, что думаете бить один удар, это может убить тебя. Немало, сколько у вас энергии. Естественная реакция — подтолкнуть кнопка. Но это и хорошо, вы должны знать, как нажимать нужна кнопка. И только так ты сможешь его убедить. Четверть каракуля была сохранена и возвращена и законула Гельсу Туду. Все остались довольны этой частью. Это хорошо для меня, но с тех пор я прошел долгий путь. Я едва показал первые три трека. Я упомянул самый трудный крючок, но никогда этого не показывал. Я сделаю это сейчас, этот чертов крючок. Кисфия часами занимался этой частью, и 21 за. Это тоже было не проще. Потому что из-за этой дурацкой платформы не хватает места для прыжка. Если мы упадете, вода вынесет вас обратно на улицу.
Зимуе, может через снова пойти через здание по своему желанию. Еще забудь еще раз. Он, ненавижу это. Не говорите мне, что вам просто нужно пойти через это. Если попытаюсь подойти к краю, я кладу подпрыгнуть. Или ты прыгаешь изо всех сил. Это никогда не работает. И столько тебе не повезет. Чехтадол. Иисус, тот, кто туда попал, до сих пор вы знаете, о чем я говорю. Чтобы с этим бороться, нужно его найти. Вам боятся уйти в подполье и бороться с этим, по те самые словно покинка за сегодняшний день. Они прыгают по всему экрану, просто бездельничают повсюду, слишком упрят, чтобы уметь. В конце пещеры были наверное либо технодром, либо или пустая комната. Так что ты можешь вернуться туда, откуда пришел. Все подобные пещеры гарантируют, что вы проиграете одна шиба. Но еще вам повезет найти технодром, вам повезло, если у вас осталось достаточно средств. Вы наконец-то пришли сюда. Иду происходить этот бас. Бацзы, большой, молниеносный, сырковый и машина, которая бросает солдат. И на нами экране столько дыма, что экран зависает. Даже один найт, что Nintendo делает это. Мне удалось победить на дом после этого, в нем вы можете продолжить курс. Ух ты, это чеснодом Unwoman, снаружи, оно даже не казалось таким большим. Это мой последний шанс, не получится, тот бас. Взгляни. Посмотрите на эти чертовы игры, мне есть над чем работать. Но теперь пришло время главного. Эй, на дежавю. Пришло мне вернуться в прошлое. Что, давай я вернулся назад в будущее. Эту часть своего детства я уже представил. И теперь пришло время снова вас познакомить. Моя презентация. Я был удовлетворен своей презентацией и тем, как я мало внимания уделил продолжению. Вы, наверное, скажете, что я был ленив. Даже моя рубашка была измята, я не знаю, что с ним случилось. Но самое ужасное, что я только что взял его в руки, и я даже не удосужился его погладить. Я уже говорил, что игра не имеет ничего общего с фильмом. Ты просто собираешь часы, кидаешься мячиками, лосами, и вы избежите других странностей. Я так и не понял, что это было на Дамахе. В чем его проблема, не можешь остановиться? Подумайте, что это летательная игра, потому что ты не можешь остановиться. Представьте себе, что Марти всегда должен идти. Его как будто прокляли, он не может остановиться. Представьте, что вы или заказываете один в ресторане быстрого питания или в любом другом. Или никак садить в туалет или на работу или в самолете. Вы можете остановиться, только если находитесь за прилавком. Ты стоишь в том месте, где разливаешь молочные коктейли. Любой, кто играл на этом курсе, знает, как плохо я уже говорил об этом. Но ты не хочешь знать, на что похожа игра, остальное. Увидим ли мы появление только Браум или Долуэна? Или что-нибудь к фильму из фильма? Дай выясним. Участки улицы те же, кроме что це другой. Почему нет? Время деньги. Не делай еще один трек, просто измите цвет. Идите подумают, что это другое. Дети идиоты. И затем наблюдаем пустой класс, где я думаю Лорен усвоит сердечки Марки. Вы теперь стали учителем, обчул сердечки. Я думаю, что в фильме, когда Лорен отмечал он Марки. Она его мать, поэтому он не должен ей этого позволять. Так еще он не пытался списать это. О, я вижу, ты хочешь поймать его с какой-нибудь книгой. Это самая большая похвала фильму. Пришло время, пусть это будут часы. И если это люби, оставайте ими сердце. Были ли, но была ли эта игра разработана людьми? Или они просто загрузили пленку в машину, и они позволили Морей изобрезать эту бессмысленную чушь? Опять же, то же самое, что и кофейня на трассе, вы должны набрать имени 50 очков. Потом снова круз уличной ходьбы, и после этого... Танцпол. Димаки играет на гитаре. Что ты должен делать? Ловить заметки. Почему чего ты ожидал? Могу сказать, что это не Guitar Hero или Rock Group. Почему Марки продолжает играть в этой позе? Почему он в обычной одежде? И кстати, почему черные купальники, где красные бандоры сценарии твоей одежды? Они могли бы сделать для этого большего Марки, чтобы похож в фильме. А что лежит в музыке? Не лучше ли бы послушать Эрт Энджел, Джонни Буш были хорошим? О, подожди, а знабудь, что они будут добрым?
Если они смогут сделать музыку DAX 8-битная версия от Fantastic, то почему и нет? Вот какое-то музыкальное разнообразие, конец. После этого еще ходьба, потом DeLorean, да, наконец появляется DeLorean. Вселенная это та часть, где Марти пытается вернуться в будущее. Улицу постоянно поражает молния. Вот что нужно сделать, чтобы избежать молнии. Вот и все. Зачем это избегать магии, хочет, чтобы его поймали молния ударила в DeLorean? Имейте 1.1 гигаватта, что мог вернуться с 1980 год? Разве не это основа всего этого чертового фильма? Все так же, это было будущий Генес. Никакой особой концовки. К черту эту музыку. Теперь выйду в сиквел. Согласитесь, это немного это шлядно с фильмом. Музыки не имеет к этому никакого отношения. Но не говорите мне, что была какая-то юридическая проблема, потому что они могли купить фильм. Но не музыка из фильма, которую бы мы не узнали. Нет музыкальной темы за будущем, нет силы любви, нет назад во времени, нет Джонни, будь добр, да черт возьми. Теперь возвращаются в будущее. Ба и три. Музыка в прошлом времени здесь. Теми часть этого. Суплени очень хорошо следуют за фильмом. И игра начинается. Вы можете убить динозавров и змеи и работать с мусорными баками. Что здесь случилось? Отзимало более часа от фильма. После того, как урабали спортивный монах до 1930 года, каким-то образом создал мир с пружинами, собаками, убийцами и злым Марти. Мне нравится, как написано название игры в углу. Это напоминает Ламбо, что вы играете, иначе ты скоро замолишься, это такое. Когда я впервые... ...ставил игру один, я был засранцем. Я не говорил тебе, как играть. И вот тут становится интересно. Вам нужно собрать 30 предметов и забрать их в нужное время. Вы можете найти предметы за дверями, вам нужны ключи, чтобы открыть его, которые требуют случайных противников. Ты бы убил меня. Но ключ не остается ни на одном месте. Мгновение вылетает за пределы экрана во время. Ключ обычно не ждут, так что нет. Ты тоже можешь это поймать. Как только ключ исчезнет, он пока не вернется. Ты не уходишь с поля, не возвращаешься. Даже если у вас есть ключ, да, часто эта дверь запретить доступ к... Не знаю почему, но если тебе наконец удастся, вы входите, вы получаете предмет. Но сразу не получишь. Но что-то для этого вам придется сыграть в мини-игру. Цель другая, но суть та же. Соберите все часы. Как оригинально. После того, как вы собрали все часы, вы получаете товар. Затем вам нужно найти место, чтобы его разместить. Куда бы его поместили создатели игры, другой вопрос. Вы должны найти другое место, которое где-то находится, оно спрятано, скажем, в трубе или яме. Если у вас есть это место, вы думаете, что это все, вы можете перейти к следующему элементу. Но нет, это не заканчивается здесь. Мне нужна головоломка. Найди решение. Перепутанное слово. Вам нужно выбрать из кармана предмет, который подходит под это слово. Например, если я ем молочный коктейль, то это так нужно слово, например... А может это молочный коктейль? Это не похоже на это. Но это может быть root beer float. Или откуда я знаю, как это здесь называется. Если это неправильное место, то слово не подходит к подвергнуть. Тогда вам придется покинуть это место. Если вы попытаетесь использовать предмет, вы потеряете его и сможете подобрать снова. Еще сложнее, что предмет и комната не в то время и в том месте есть один. Вам придется использовать DeLorean, чтобы верни меня назад во времени. А их 30. 30 предметов! Как могло быть хуже? Женатый? Никакой экономии в этом нет. Вы не можете выключить Nintendo, но вам придется пройти игру за один раз. Не будь таким придурком. Я играл в нее 2 часа без нее. Что я мог бы записать один предмет? Я перебрал все существующие времена. Я их пересмотрел. Все до последнего сантиметра. Я не знаю, куда это должно идти. Также трудно узнать, где вы были. Как только вы соберете все 30 предметов, тебе придется вернуться. И вот третья часть, с которой вам предстоит поиграть. Иисус! Я мог бы сделать что-то большее, более полезное с моим временем. Я мог бы выучить иностранный язык, я мог бы изучать микробиологию. Я мог бы дрессировать сибирского тигра.
вместо этого я уничтожаю клетки своего мозга 8-бит с картинками. По крайней мере, третью часть можно пропустить с кодом. Они не могли отдать это кому-то другому. Ты попробуешь. Нет, они не хотели разрушать ужас Спектр. Фиолетовый за дерьмовый геймплей, синий для музыки, зеленый для графических пуканий и мусора, желтый за мочу, которая не имеет к этому никакого отношения, у игры нет исходников, оранжевый из-за которого количество чертовых идиотов, красный из-за чертовски сильного опьянения. Сложите это вместе, и вы получите чертова радуга. Да здравствует LGN. Я уже очень разозлился, но вот оно, еще одна игра. Назад в будущее 3 для Sega Genesis. Хочешь верь, хочешь нет, музыкальная тема Назад в будущее уже здесь. Но звучит это довольно дерьмово. Какая куча дерьма. Графика сделала большой шаг вперед на 64 бита. И это следует за фильмом намного лучше, чем игра Nintendo. Но у него есть серьезный недостаток. Сложность. Док Браун пробует Клару сесть на лошадь, чтобы спасти тех, кто идет в пропасть. Но, к сожалению, на земле полно коробок со всеми видами случайных объектов. И воздух полон птиц, томагавков и все виды летающих вещей. После удара вы упадете с лошади, что вы теряете драгоценное время. Если вы упадете хотя бы несколько раз, вы можете начать спереди. Товары приходят без каких-либо указаний. Человеческий мозг не может реагировать так быстро, как и ожидает эта игра. Это игра на память. Это единственный способ сделать это, если ты запомнишь весь трек. Прыгать! Прыгать еще раз! Вниз! Выстрел! Что тебе? Бас! Не будь таким грязным! Также сложно решить, какой объект является препятствием, а это всего лишь украшение. Как эти штаны. Это прекрасный пример того, когда игра это оказалась слишком сложно. Это первый шаг, я не могу это его сделать. Он понял, что треков всего 4. Для игры Sega Genesis это позорно. Думаю, им было лень играть дольше. Вот почему они мешают уделять больше времени пройти это до конца. Вот и все. Ох, это чертова музыка, я уже болен от его молчания. В следующий раз, когда призрачные гонщики в небе, я послушаю, я подумаю об этом. Что я мчусь на лошади со скоростью 100 км в час, я прыгаю через коробки и стреляю в дерьмо. Боже мой, 3 игры Назад в будущее, они все ужасны. О, что это? Замечательно, Супер Назад в будущее 2 для Супер Фамикома. Эта игра может быть только плохой. Такой плохой, кто знает, предоставляется на международном уровне. Думаю, я дам ему шанс. Боже мой. Хорошая игра Назад в будущее? Кто-нибудь сделал хорошую игру Назад в будущее? Который был выпущен только в Японии. Что, черт возьми, не так с этим ублюдком, мир? У нас есть эти дерьмовые игрушки, но не это. Какого черта, почему нет? Вот это хорошо, он не отличный, но лучше вернуться к будущей игре, в которую я играл. Но, по крайней мере, это игра. Почему его заблокировали? Военные, а навоз выкопали. От них страдают невинные люди, от чертовых разработчиков. Люди, которые разработали это говно. Люди живут ужасной жизнью, и они пинают детей по тыквам. Если бы вы могли вернуться в прошлое, вы бы сказали это, народ, а еще есть хорошая игра Назад в будущее. Бросай это дерьмо и отправляйся в Японию. Они будут смотреть на тебя, как ты сказал, как забрать свою посылку и отправиться на Марс. Ну спасибо, что возился со мной в моем супе. Надеюсь, вам понравилось повторное представление Nintendo. Мой день. О, и да, ненавижу начинать с этого. И знаешь почему? Потому что ты знаешь, как ничего хорошего из этого не выйдет. Правда в том, что есть еще одна игра, которую я должен представить еще раз. Я не могу говорить, что это такое, тем более не играть с ним. Но я все еще думаю об этом.